С понедельника по пятницу, будто бы назад время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимые едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Мне не нравится. Который так быстро в свой порт отправляется. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих. Это мне не нравится, и тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница, если бы не пятница вечер. Привет, друзья! Мы находимся в клубе «Мост». Сегодня самое съедобное шоу и вкусное – группа «Пицца». Сергей Приказчиков, наш земляк, приехал и даст шикарное выступление. Раз-два. Привет, Сергей. Хай, hello. Как Let's дела? Go. Как, отлично дела у тебя? Все замечательно. Вопрос такой на засыпку. Мы знаем, что ты очень любишь пельмени. Да, люблю. А любишь ли ты наши родные башкирские манты? Манты? Да, люблю. А у вас есть? Я думаю, здесь, наверное, есть. Ну, я где-то в кармане один остался. Вытаскивай свои манты, бро. Какие часто бывают площадки у вас? Ну, стадионы или клубы все-таки? Стадионы немножко не наши, потому что у нас, я так говорю, музыка не громкая. Она тихая. Она для того, чтобы не поорать ее, а почувствовать. И поэтому у нас площадки обычно, ну, максимально 2000. Потому что атмосфера создается как на кухне. Понимаешь, да? Ну, как будто мы с тобой на кухне сели и спели. Ага. Вот такая вот атмосфера. Квартирник типа, да? Да. Ага. Вот. Треки «Пиццы» возглавляют различные чарты нашей страны. Скажи, да как есть, так и говорю. Вообще, каково это быть мега популярным, известным? Да ну, все окей. Я не знаю. Я как бы артист. Узнаваемость – это неотъемлемая часть успеха.
успеха артиста. Я не понимаю артистов, которые говорят о том, что вот меня там узнают на улице, я не могу выйти в магазин, ой-ой-ой, как мне же жить дальше и так далее. Или там они говорят, что вот у нас гастроли очень много, я так устал от гастроли. Ты к этому уже шел. Ты шел именно к этому. Че ты жалуешься? Это же замечательно. Вот у меня гастролей очень много. И узнаваемость там, на улицах, и, там, ну, где угодно. Я от этого не страдаю. Подходит, там, извините, фоткаться там, и так далее. Да, конечно, окей. Там, улыбки и все. Да. Скажи, какие твои любимые жанры музыки? Что тебе больше всего нравится? Да, их много, на самом деле. Я люблю хип-хоп. В первую очередь. Я люблю хип-хоп, R&B, регги, блюз, джаз, фанк, все что угодно. Самое главное, чтобы было все, ну, от сердца, ага, понимаешь, они коммерция это, о, дунс, ля-ля-ля. Не в этом фишка, а фишка в том, что вот, ну, от сердца к сердцу, вот. Понимаю. Сколько раз ты был в Туймазах? Приедешь ли ты еще сюда? Я был в Туймазах в 2006, я был в Туймазах в 2008. Это было в составе Виачапы. А сейчас я уже вот, собственно, ну, вот... Сегодня здесь и сейчас? Пицца, да, и приедем с удовольствием. Я хотел взять тебе автограф. Конечно. Это вот, не знаю, это для меня. Извини, что мы оборванки, но тут глянцевые. Круто. Ольга. Стол заказов сегодня. Плакат. А, да, его еще надо. Та-да-да-дам! Простое счастье близко, ты только... Вот так. Да, отлично. Сегодня пятница, и мы ждем этот трек. Конечно, естественно. Давайте уже наконец зайдем в клуб и спросим, как у людей настроение, чего они ждут. Добрый вечер, как у вас настроение? Настроение замечательное. Эмиль, скажи круто! Круто! И знаете, кому мы сейчас подойдем? Мы подойдем к Артему Емельяну! Привет, как настроение? Отличное настроение. Ребята, привет, очень рад видеть вот всех вот в этой зеркальной камере. Всем супер, хорошего настроения, кто сегодня придет в этот клуб и кто пришел. И тебе тоже, кстати. Thank you very much. Добрый вечер, как у вас настроение? Здравствуйте, прекрасное. Вы бронировали столик, ждали пиццу? Ой, обалдеть, просто ждали каждый год, но не бронировали. Йоу, привет, Николай, как дела, рад тебя видеть. Привет, привет, отличные дела, я тоже рад вас видеть, давно не виделись, 5 часов. Да. Столик бронировал? Нет, зачем? Я же пришел это танцевать, за столиком неудобно, поэтому не бронировал. Ждешь ли что-нибудь от пиццы, так как он твой старый знакомый, там гоняли в магазин вместе, я знаю. Приветствую, как дела? Здравствуйте, здравствуйте. Ну-ка, давайте прочтем. Туймазы, телекомпания Туймазы, Калимулин Марат Мусевич. Скажи,
скажите пару слов, как вам пицца? Ой, вообще отлично, вкусно. Какие у вас впечатления от пиццы? Только самое положительное, отлично, очень позитивный артист. Хочется слушать его песни еще больше. Хорошее выступление, на самом деле. Очень здорово. Давайте, ребят, чуть-чуть от света отойдем. Вы очень светлые, заметные, бородатые. Ты тоже, ты тоже ничего. Отличная вечеринка, ребят. Серьезно. Максимально эмоционально. Молодцы. Просто молодцы. Здорово. Скажите, как вам клуб «Мост»? Отлично. Мы постоянно сюда приезжаем отдыхать. Как вам клуб «Мост»? Изменилось ли что-нибудь в тормозах своего появления? Я первый раз здесь, я в восторге. Самый лучший в районе нашего периметра, где Октябрьский, нет такого места. Белебей нет такого места. Вот в тормозах есть такое место. Это реально топ-клуб. Есть куда стремиться, но пока что это лучшее, что я видел в Октябрьском. И вот где мы сейчас? Тормозах. Тормозах. Я с Краснодара. Казань. Он соединяет музыку и людей, музыку и город. Все, спасибо. Спасибо тебе, приятного отдыха. Йо-йо-йо, с нами диджей Эмиль, привет, как дела? Отлично, ты как? Все, грейтовал, Мы видели сегодня, ты был за вертушками, это было потрясающе. Спасибо, спасибо, дружище. Как тебе выступление пиццы? Какие у тебя эмоции? Эмоции выше крыши. Пицца был на высоте, было все супер, все круто. Я так думаю, что следующий привоз еще будет, наверное, пицца.